Netflix представляет. Do you know what it means? Ты знаешь, что это означает? Это чудо. Рыбка, которая может вызвать водопад, становится драконом. Я понимаю. В нашей жизни чаще всего нужно идти против течения. Но иногда нужно плыть по течению. Стать якудзой — это выбор. Если вступишь в их семью, то обратной дороги не будет. Мне вообще пофигу на их традиции и на всю остальную фигню, что ты мне сейчас впариваешь. Мы победили. Да ну? Именно так. Так что вали нахер из моего офиса. Спасибо за просмотр. Озвучил Алексей Верлин на студии Hot Cat. Приводи своих друзей и подписывайся на мой канал. Каждый ролик я делаю с особой любовью к своим зрителям. Но от вас прошу всего лишь малость. Подписка на моем канале и лайк под этим видео. Если у вас есть предложение, вы можете всегда написать мне в директ. Пока-пока.